Я думаю, что ни для никого секрет. Мы вчера прилетели. Вчера у нас мы ждали ответ в связи с коронавирусом, по правилам здесь ждали ответ, но провели тренировку у себя в отеле, в тренажерном зале, в бассейне. Поэтому сегодня вот вышли на поле. Сегодня у нас тренировка полноценная. Завтра предыгровая. За эти дни еще теоретические занятия есть. Ну, в обыкновенном режиме, как всегда. Но мы же сейчас акцент сделали на то, чтобы посмотреть ребят, которые в нашем внутреннем чемпионате играют. Те легионеры, которые у нас есть, они отсутствуют по различным причинам. Но основная причина в том, что мы хотели бы до конца убедиться, насколько мы можем рассчитывать, если ковид будет дальше продолжаться, если вдруг так получится, кто-то из них будет травмирован, не сможет долететь. Поэтому надо вперед смотреть, и поэтому даем возможность больше ребятам, которые редко вызывали в сборную, посмотреть, насколько... И плюс это все-таки большой опыт международный для них. Ну а так идет планомерная подготовка к тем играм, которые нам предстоят. Ну, безусловно, мы соперника изучаем, как любой другой, наверное, наш соперник тоже нас изучает. Ну и плюс мы не хотим уходить от своей игры, которую мы хотим поставить ее. В принципе, по большому счету, мы сюда для этого и приехали. И хотим посмотреть, насколько ребята это понимают, и как мы можем. Все-таки тот стиль игры, который проповедуешь, всегда надо исходить из того состава, который у тебя есть под исполнителя, по большому счету. Поэтому мне хотелось бы посмотреть, насколько наши ребята смогут выполнить тот план игры, который мы проповедуем. Ну, это как раз этот соперник даст определенную пищу для размышлений. Ну, а сборная, когда играет, результат всегда важен, поэтому мы всегда выходим. Это же не товарищеский матч, это контрольные игры, которые надо. Хотим всех посмотреть и в то же время добиться положительного результата.